тебя на бюджет записи такой же пустынный, как эти берега? Обращаемся к вам с желанием того, чтобы нам поменьше приходилось ездить в эти дальние края, чтобы заработать себе на существование и на запись нового альбома. Вот, что может вы нам поможете? Как вы думаете, что мы здесь делаем, дорогие друзья? Ну вот догадайтесь с одного раза. Правильно. Мы поехали, чтобы заработать немножечко денежек, чтобы записать новый альбом. И нам совсем чуть-чуть не хватает. Мы предлагаем вам стать соучастниками, стоп-продюсерами нашего альбома. Немножечко вложиться. Самую малость. Буквально пару-тройку. У нас тенге. В разработке 12 треков. Почти все это песни. Несколько треков почти готовы. В ближайшее время мы выложим один, а то и другой, чтобы вы могли оценить нашу работу. А пока продолжаем плыть за длинным рублем. Идти, по-моему. Ну, кстати, для тех, кто не в курсе, это Шпицберген. Там вот далеко есть советский военный корабль, который говори вот сюда, сюда говори. Вот там вот. Нет, ты говори про норвежский. Норвежский военный корабль, который постоянно за нами следит. НАТО не дремлет. Но мы утремся много. Теперь запишемся на платиновый альбом. На злобу. USA. Работа над альбомом, как вы видите, кипит. Кипит и бурлит, как это